Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас в новой серии. Мы сейчас находимся во Франции, на второй загрузке. Загрузился я каким-то шротом. Сборный груз не очень люблю. Я уже как-то оговаривал этот момент. Не совсем понятно, как вязать правильно. Все мягкое, все такое... Такую где-то сетку положили, такую, которая гнется. Короче, груз так себе. Ну, легкий, правда, вопросов нету в этом плане. Но я не люблю такие. Мне кажется, лучше тяжелый металл. Ты его загрузил, увязался. Особенно трубы какие-то, как струнки, они лежат. А тут хер пойми. День сегодня такой. Я, честно говоря, хотел начать эту серию с того, что показать вам красивые дороги, по которым я ехал. Города такие прикольные. Но, вы знаете, вырвали так нервы на первой загрузке. Я уже хотел этому немножко сани подвинуть, который меня грузил француз. Ну, потому что некрасиво разговаривает. Я показываю, типа, ну, сбавь обороты, дружище, ну, не надо. Я приехал, у меня 4 выгрузки и 2 загрузки. И понимаете, получается так, что тоже подобрал, я не знаю, либо это диспонент, кто там подбирает ему эти грузы. То есть у меня вторая загрузка, получается, да? Последняя загрузка, можно сказать. Но выгрузка, чтобы вы понимали, из 4 вторая. Короче, ну, понимаете, да, сыр-бор. То есть сейчас они, я не знаю, где-то надо сбоку будет вынимать. То есть, а вдруг 4 рампы? То есть грузили меня по факту на рампе, на одной и на второй. То есть, ну, у меня просто крыша едет. Ну, этот француз, как грузить? Показывает мне вот так, вот так, вот так. Я ему показываю, какие у меня выгрузки. Первая, вторая, третья, четвертая. Я понимаю, что ему тоже, типа, он на психах, на таких. Ну, я ему стараюсь объяснить, чтобы, ну, вот так, вот так. И, ну, начинаю думать, как лучше вот это, чтобы сместить. Начинает психовать, видишь, машины стоят. Я хотел сказать, слышишь, мое дело вообще рулить. Я приехал, грузите, как хотите. Потом будете перед заказчиком краснеть. Короче, блин. Немножко так взорвался, ну, не взорвался, точнее, сдержался все, но... Да еще диспонент чудит, прислал смс-ки, вторая загрузка. Я позвонил, говорю, Саш, может быть, все-таки, ну, по-хорошему, как бы, я так не пылю просто так. Стараюсь не пылить, бывает, накатывает. Я говорю, посмотри, пожалуйста, наверное, говорю, ты попутал, присылай ему в Google Maps точку. На Вайбер. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Говорю, видишь, нашел фирму, говорю, ну вообще по другому адресу. 50 километров в сторону. А, да, извини, это стажеры там, кто-то заполнял. Ну, вот это вот очень плохо, ты должен проверить стажера. Я понимаю, стажеры, они тоже там, ну, сразу пока руку набьют. Ну, не тот адрес дали. То есть это же не то, что там ты принес курсовую, да, работу. Там по диспонизации, по логистике. Ну, и тебе там препод начеркал, говорит, ну, 3 балла. Видишь, ты тут напутал ошибки. А это же машина. Я же груженный. И на вторую загрузку. Я поехал бы груженный в другую сторону. Ну, и, короче, капец. Это же не впервые. Тот диспонент мне индекс мог перепутать. Короче, если вы думаете, что все это четенько здесь, прям так в Европе, да, нихера подобного. Я не знаю, пока... Я пока думаю, выложить вам видео или не выложить. Как я стою в колейке, Германия, Австрия. Там просто, ну... 80 метров, держитесь правее. Я просто и так начал немножко сквернословить.
у себя на канале, там где-то на эмоциях снимаю, поэтому я, ну, не разбираюсь, камера включена, нет, я типа еду и все. Включил ее когда-то там, а потом уже режу там моменты. А он когда в Италии заблудился, так, ну, не то, что заблудился, но блукал или блуждал, я вам честно скажу, в тот момент я даже не думал, включена там камера. Вот, и там я стоял, получается, на границе, и немцы начали дурковать. Через 300 метров поверните направо, затем поверните там калейка, налево. И в калейке все стоят. И немцы, короче, лупят по левой полосе. Ну, я думаю, ну, хер его знает, может, у них какой там скоропорт или что они там тащат. Может, там пропускают. А потом начинают на следующем вклиниваться повороте, поверните направо, затем поверните налево. Конечно, я начал... Поверните налево. Я начал ехать плотничком, пацаны там за мной ехали, короче, ну, чтобы не влезли. То есть я не очень там сильно был... Не, 23 тонны же был груженный. Но все равно как бы старался так, чтобы никто не влез, не пускал. Они впереди там же кто-то идет, там, допустим, с 24-кой. Пока там, знаете, один раз морду засунул, залез, снаглел. И что делает? Или держит калейку, останавливается, и немцы эти прыг-прыг-прыг. 3-4 машины. Все сигналят уже, нажали на сигнал, типа, ну что за херня такая? Ну, я, короче, все этот момент снимал, и меня там... Все, что я знал, короче, наверное... Ну, не все, что знал, но... У меня там такая красноречивость проснулась, что просто там я раздавал, наверное, там все в калейке слышали. Ну, просто понимаете, что у нас, допустим, да, там бы уже что только не сделал бы, там и выскочил бы там, и... Во-первых, не дал бы ему в калейку в левую сторону, в левую полосу влезть. Засунулся бы и все, и держал бы их. А я же не знаю по законам здесь. Может быть, это, ну, лишение сразу за такие вещи. И зачем мне рисковать? Ради кого-то? Ради чего-то? Вся калейка стоит, молчит, а я там сгеройствовал, все бы там поаплодировали, а мне, допустим, лишение. Надо тоже мозги включать. Прежде чем геройствовать там, надо придерживаться такой, ну, как я так считаю, уже вот мне почти 30 лет, и у меня уже такое вот геройство, это такое особо не включаю, но чисто постоять за себя, такое, больше в оборону там. Если раньше там нападение, да, там играешь, то сейчас я больше там в обороне стою. Если там кто-то ко мне полезет, понятно, там, и будет там что-то там вытворять, то я ему выйду там, плескану, и, то есть, ну, без всякого... Вы превышаете допустимую скорость. Без всякого, даже без всякой жалости, там, и взаимопонимания, вот, если наглеет человек. Ну, а просто так, там, идти разбираться, зачем мне это, постоял, ну, лишних 20 минут, да и хер с ним. Ну, поплевался в руль. Поорал тут в машине. Проехал полчаса и забыл. Поэтому терпение вам, друзья. Выйти и натворить делов, ну, там рядом полиция стояла, ну, граница. Там же приняли бы тебя и... Ради чего так тоже подумаешь? Ну, выйти. Ну да, в калейке тебе сказали, о, это красавец, там уже прям, ну... Ну, сказали бы я на польских номерах, сказали, поляк уже, да, прям вообще... Молодец. А что мне с этого? Что мне с этого, что я молодец, да? Вы превышаете допустимую скорость. Поэтому надо думать головой. А это чтоб там сначала ударило, а потом подумал, не. По нынешним временам надо 10 раз подумать. Хоть в странах СНГ, а здесь так вообще здесь загребут, ну. Здесь люди не знают, что это такое, чтобы подраться там. Тем более, они же как будут драться, они такие тут бойцы, мне кажется, что тут особо так... Ну, есть, наверное, бойцы, но... С левой стороны вы можете наблюдать.
Плюс мне в карму. Я как истинный джентльмен. Вот, с левой стороны у нас было кладбище. Старое какое-то. Вот, мы с Кондеем едем. Я стараюсь. Готовьтесь через 800 метров въехать на дорогу с круговым движением. Вы превышаете допустимую скорость. Знак 30 стоит. Вот. Кстати, косячок был сегодня за Сиджиком. Парнишка мне, давай типа крути налево, а там проскочим. А я вижу, Айго меня ведет за 4 километра дальше. Это на вторую выкрутку, когда загрузку ехал. Извините. Вот. Я, короче, еду, смотрю на знак, а там стоит знак 2,7. Я вот еду прямо слева 200 метров, я вижу прям мост 2,7. Ну, нормально. Ну, вот видите, и лицензия тоже. Я не то что... Вы превышаете допустимую скорость. Не устану повторять, чтобы все это слышали, и в любую серию, которую включили, вы уже не обижайтесь, что я повторяюсь. У меня iGo со свежими картами и Сиджик с лицензией. Я не топлю за определенную там прям вот, чтобы Сиджик лучше нету. Я езжу с двумя. Именно почему? Потому что косячит и один, и второй. Бывает iGo бред просто, такой бред прокладывает. Просто там начинает блуждать, еще что-то. А бывает вот Сиджик на ровном месте буксует. Реально на ровном месте начинает резать, что-то вообще непонятно. Не совсем понятно, то есть, ну, поэтому я езжу по двум. И вы знаете, вот очень мне нравится, что если один начинает тупить, то у второго как-то все получается. То есть у них так ситуации не сходятся в основном. Используйте второй съезд. Бывает, конечно, когда они вдвоем ложатся и все, типа, лапки кверху, сдаюсь, рули по знакам. Мне кажется, разработчикам надо сделать такую табличку. Все, дальше рули сам. Ну реально. Мы сейчас с вами, друзья, едем. Кругом сплошные знаки 30. Вот. И здесь все такое, ну, по горам, по таким. Сюда я пробирался, по таким городам. Но меня что-то настолько, меня там подняли нервы, что я когда выхожу из себя, а у меня уже было такое пред состояние выйти из себя, я тогда мне, ну, не до съемок, ни до чего. Я тогда в руль этот цепляюсь и еду, ругаюсь. Так. Через 300 метров поверните направо, затем резко поверните налево. Что? Такие вот красивые места у нас тут. На следующем повороте поверните направо, затем резко поверните налево. Я тут не совсем понимаю, такая развязка. Сейчас, короче, будем проезжать, вы обалдеете. Здесь какое-то, не знаю, что тут, река. Короче, нам... Вон, где автобус второй. Туда надо, потом по кругу вот так и туда налево. Блин, а мне вытянуться надо, я не пройду. Какая жопа. И вот где автобусы стоят, мне надо аж туда. Здесь получается они сюда.
сигналят, все недовольны. Мне просто, чтобы выехать, я закрою движение. Жесть, да? Я думаю, вы сейчас видите просто, там охереваете. Мне надо просто и туда по прямой уйти. Не знаю, попробуем. Резко поверните налево. Попробуем, пацаны. Тут бордюр мне резать. Паниковать не надо в таких ситуациях. Да, я не знал, ну, пропустит, не пропустит меня, как ко мне отнесутся коллеги и вообще. Ну, чем тянуть где-то там по бордюру, по лестницам. Остановился, все, затерли. Ну, значит, затерли. Остановился, все, идите нахер. Нихер особо тут стесняться. Сигналить, они будут сигналить вам, поверьте вы мне. Будешь спокойно ехать сзади, какой немец догонит на фуре, будет сигналить тебя. С АДРом 80 будешь ехать, он тебе будет сзади ехать, тебе там моргать. Ну да, это не у меня одного такое. Мужик вот с бочкой ездит с цистерны, так ему моргают, что говорить. С мигалками идет. Рассказывал, говорит, моргают, говорит, езжу, говорит, 85, потому что, говорит, невозможно. Сзади толкают просто, давай топи, и все. Говорит, езжу 85, именно поэтому, говорит, ездил бы спокойно, говорит, так не дают, водители не дают. Немцы, не знаю, они такие водители, водители легковых такие, ну, они более такие... адекватные, ну, приятно на самом деле наблюдать как за тем, как они передвигаются. Но водители грузовиков иногда просто, ну, невыносимо. У них либо, не знаю, у них все, наверное, фиксы, либо что, они все спешат постоянно, у них... Ну, они... Я связываю это, знаете, с чем? Что они быстренько работу сделают, чтобы домой успеть. Потому что у них, типа, как бы переработки эти особо не ценятся. Они вот, чтобы до пяти и все прям. Вот они поэтому постоянно мантулят, чтобы приехать потом на базе полчаса, постоять, посмеяться возле машины и пойти домой вовремя. Так, мы сейчас будем подниматься наверх. Проедем немножко. У нас сегодня поздний обед будет. Думаете, что тут прям едешь, все по времени, ты там прям покушать захотел. Не всегда, надо загрузиться иногда. Сейчас уже как бы загрузился, более-менее так отвязно можно себя чувствовать. Но вот пол шестого я еще не ел. Вечера. Что мы здесь, ребятки, немножко взялись за одно место и едем. Красота такая. 29 градусов тепла. У нас получилось на самом деле не 4, а 3 выгрузки. У нас получается... Вы превышаете допустимую скорость. Вторая и третья выгрузка, это получается в одном месте. А загрузка была в двух местах. То
скорость, поэтому так получилось, что типа 4. То есть звучит так, 4 выгрузки, а на самом деле, то есть по документам 3. Ну и вообще расстояние большое. Я не забивал все точки, по Сиджуку забивал. Там в районе, наверное, 1300, грубо говоря, короче, где-то 1300. Завтра мне одну сделать, а потом уже буду добивать, я так понимаю, наверное, среда. Нет, хотя еще успею офтрак сделать один. По Франции запрет в четверг. Вот. У нас сегодня... Что у нас? У нас вторник. Я уже запутался. Вот как-то так. Заедем на базу. Есть одна ЦМР-ка, сдадим, чтобы не было к нам вопросов. Леклерс Газоли 1.135. Нормальная цена. Ну, тут... Вы превышаете допустимую скорость. На грузовой не заедешь. 1.135 это хорошая цена. СМС-ку ведущему, сколько мы тоннажа везем. Searching for the things that I never find. Lost in space, or have I lost my mind? Staying on track, got me losing my time. So I just go with the flow while I stay on my grind. Cause no one got me like I got me. Only I got me. My bar is tight and my head getting kinda sloppy.